все. Блин, мне как-то вот сейчас вот мне просто сейчас лень испытывать этот страх. Смотри, сейчас прыгаешь в бок, а по ручкам держишь уже желтый кожу. Зачем? Сейчас я за него буду делать. Это так будет безопасно. А по нему? Не так сильно. Не переживай, все будет хорошо. Возьми за него. Хотя бы одной рукой. Я сказал, я должен доказать, что я смелее, чем кто-то либо. Да, сейчас. Что? Взяться второй рукой за веревочку. Второй рукой. Все, хорошо. Давай. Только что-то мне страшно, что вы подошли ко мне так близко. Страшно. Отходите. Давай, бери второй рукой. Тебе нужно будет легко завалиться на левый бок. Я толкать не буду. Завалиться на левый бок? В смысле, мне надо толкнуться просто, да? Да, да. А что самое страшное в прыжке вот в этом? Да ничего. Да нет. О! Ну что самое страшное в прыжке? Оттолкнуться, все, потом все в матку. Держись, Сергей. Просто ты возьми с двумя руками, Кать. Возьми. Ну все, я беру, держусь. Давай, держись. Давай, второй. Двумя руками крепко держись. Двумя руками. Тебя свалось около каточка на гараже. Вот Стефан согласился. Серьезно? Это очень страшно, Стефан. Давай, давай. Как а можно мне чуть-чуть вот я подниму? Ну, в смысле, что это ж... Серьезно, да, вот мне как-то вот это вот. Кажется, вы все близко и... Все ж, давай, это прыгай. Так, Стефан, как ты не начинай. О, привет. Давай, локоть при этом. Давай, давай, держись.
боже, ну как можно прыгнуть вот так вот, взять и прыгнуть? Нет, не надо! Ты вот сюда, это второй шаг будет тяжело. Второй шаг. Я тебя не буду толкать, честное слово. Че, снимайте? Нет, подождите, я вообще-то прыгаю. Ну все, всем пока. Все, я прыгаю.